Чвэрць стагоддзя яны нясуць беларускую песню па свеце. 25 гадоў адзначае заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь «Жытніца». Гэта значная дата для вясковага ансамбля, які захаваў самабытнасць і высокае майстэрства на працягу чвэрці стагоддзя. З вёскі Арэхаўка Клішаўскага района сюжэт Тацяны Змітрыевай. Створаная ў 1991 годзе, «Жытніца» праз тры гады стала народным ансамблем, а потым і заслужаным. Якасць выканання і арыгінальнасць калектыва з Клішаўскай вёскі скарылі нават сталічных экспертаў. Все, что «Жытніца» делает, она делает от души. Мы любим очень народную музыку, мы очень любим песни, которые нам пишет Владимир Георгиевич, мы очень любим духовную музыку, мы даже эстрадные иногда песни поем, если они нужны в каком-то концерте. Побач с народными и классичными мелодиями гучать их уласные творы. В Прибалтике там хорошая, большая диаспора белорусов живет. Мы всегда там желанные гости. И в Польше нас всегда ждут. У «Жытніцы» кажут, что побач с творчей яны выконывают и дипломатичную миссию. Мы в свои поездки всегда рассматриваем не только концертные выступления. Конечно, как представители осознанно, как представители своего государства, и не только района и государства, конечно же. И приятно, что у нас во многих поездках официальные приемы и администрации городов, они всегда есть, присутствуют. 25 годов – знаменальная межа для любого творчего проекта. Бо до этого часу, как правило, у коллектива приходит другое, а то и третье поколение. «Жытніца» не только захавалася, яна дорыць новые песни, зіхаціць творчим настроем и прымае віншаванне. Татьяна Дмитриева, Віталь Алексеенко, «Новин регион».